Кризис, спровоцированный COVID-19, ударит в первую очередь по людям со средним доходом, по малому и среднему бизнесу. Для Молдовы он будет больше социальным, чем экономическим. Такое мнение высказали эксперты, комментируя прогноз Всемирного банка. По самым оптимистическим сценариям, ВВП сократится на 3,1%, инфляция составит 3,6%, на 1% пункт меньше, чем в прошлом году. Что в действительности означают прогнозы Всемирного банка на языке граждан? Граждане Молдовы значительно сократят потребление. Одна из причин – снижение доходов. Всемирный банк прогнозирует также, что денежные переводы в Молдову упадут на 15%. Сокращение объема денежных переводов на 15% – это очень приблизительно. Все зависит от того, как быстро восстановятся страны, в которых наши граждане работают. В первую очередь это касается Италии, Франции и России. Показатель может колебаться в обе стороны, возможно, даже ухудшение. По мнению Виарела Гырбу, прогнозы Всемирного банка ожидаемы, учитывая сложную ситуацию во всем мире. Если кризис затянется, то состояние экономики может усугубиться, в том числе в развитых странах. Снижение ВВП в этом году не должно удивлять. Вопрос только в том, насколько большим оно будет. Для смягчения последствий, связанных с коронавирусом, Молдова взяла кредит у МВФ на 235 миллионов долларов, а у Евросоюза на 100 миллионов евро.